Профилактика гриппа – ежегодное для больницы явление. За прививочный сезон о себе позаботились 26 тысяч искитимцев. В среднем за один день к врачам детской поликлиники обращаются по 100 человек, взрослые – реже. В инфекционном отделении в январе на лечение было лишь 2 пациента с диагнозом ОРВИ. С ОРВИ нет. Сейчас немного у нас больных. Основная масса лечится амбулаторно. Тяжелого течения нет, но в первую очередь грипп, ну и респираторно-вирусные инфекции грозны тем, что они дают часто осложнения на различные органы и системы. Чаще всего осложнение идет со стороны органов дыхания, это пневмония. Вот, но благодаря тому, что в Искитиме, в Искитимском районе проводится активная профилактика заболевания гриппом, это вакцинация, мы так думаем, что в этом году надеемся, что грипп пройдет, тяжелых форм не будет. Медики города отмечают, всплеска заболеваемости нет. Ожидают, что с февраля обращений станет больше. Пока в Искитиме фиксируют только вирусную инфекцию. Случаев гриппа не зарегистрировано. Такой диагноз ставится только после исследования в лаборатории. У нас имеется договор конкретно, значит, для вирусологического исследования материала от больных гриппом конкретно вирусологической лаборатории города Новосибирска. Вот, то есть материал будет забираться от больных и доставляться туда для подтверждения, потому что диагноз гриппа ставляется только на основании лабораторного обследования. С целью профилактики во всех отделениях городской больницы запрещены посещения больных. В поликлиниках объявлен масочный режим. На случай эпидемии сформированы бригады для выезда на дом.